Так. Ой, бля. О, я жизнь нашел. А! Ну вас нахер, я лучше уйду. Блять! Всем привет, ребят. Вы на канале Nixon Sleep. И мы продолжаем играть в Doom Eternal. И мы находимся с вами на корабле. Нам надо получить баллисту какую-то тут. Вот, а в предыдущей серии мы убили рогатого хрена. Потом его воскресили. Мы его еще раз убили. Потом у него появился двойник. Мы и двойника убили. В итоге мы убили три раза. И потом появился этот женец. Он такой, нет, к маме хочу. А мы его бац и все. А, просмотр коллекции. Это, видимо, саундтреки. Вот, да. Нет, не хочу слушать. Вот, в общем, да, мы убили жнеца, потом пришла его мамаша такая, я не отдам своего последнего сынишку. Мы уже двоих убили, третий остался, и она спрятала его у себя под юбкой, и нам сейчас надо его найти. Но у нас тут баллиста. Баллиста? Нифига. Это не БФГ? Похоже просто на БФГ. Но это не БФГ, это что-то, это... Нифига, прикольно. Мне это нравится. Мощная хрень. В общем, да, нам еще надо тут на корабле посмотреть вопросики. Я не знаю, типа станция батареи 6. Ну да, использовать. А чё бы и нет. Не зря же я их собираю. В каждой миссии специально. Целенаправленно. Вот. Еще, конечно, у меня еще 5 штук. Не стесняйся, активируем. Вы открыли дополнительный облик для палача. Эти облики меняют внешность палача по ходу игры. Откройте раздел настройки, главное меню, чтобы попробовать дополнительный облик. Это, конечно, прикольно, но... Смысл этого облика, если мы себя со стороны, ну, не видим. Я немножко не понимаю логики игры. Смысл реально этого облика. Параметры или что они там сказали, настройки. Я не знаю, есть ли в этом смысл. Оставлю все как есть. Руки мы. Мы только видим руки, да, а больше мы ничего не видим. Ну ладно, так, давай спустимся, что у нас тут еще... Может, что-то полезное все-таки будет. Вон там опять какие-то переключатели. Нифига тут... А, монетки, лол. А, это улучшалка. Давай монетку, или что это? Да, монетку давай. Монетки нужны. Да-да-да, конечно. Открываем. Я так думаю, нам все эти улучшения по-любому должны будут пригодиться. Раз у нас еще неизвестно, сколько уровней игра нам предложит. Ну, я примерно представляю, что, наверное, 1/3 игры я точно прошел. Я близок уже, наверное, к половине. Да, и сейчас забираем монеточку свою. Мы одну монету, кстати, отдали жрецу зачем-то. Очки платерианца. Просто взяли, швырнули, когда он сдох, и все. Какие-то нелогичные действия делаем. Да... Это сейчас получается две монетки. Тут не монетка, тут это. Понял, ну ладно, фиг с ним. Одну монетку получили. У меня, по-моему, до этого уже одна монетка была. Сейчас давай. Отдавай модификацию, сука. Так, баллисту можно открыть сразу. Только что именно? Так, повышенная точность, перепицевывание. Огромный урон всем демонам на горизонтальной линии. Вау, заряжайте воздух, чтобы сократить время блокировки. Это типа как арбалет. Ебать. Это прикольно. Одобряй серп жнеца. Отдай мне. Все. Типа. Такой заряжаю правой кнопкой, а потом... А, правой просто заряжаю, а это нажимаю. Все, окей. Понял, принял, как это работает. Так. Ну все, у меня монетки кончились. Не монетки, а эти, блин, херни, которые позволяли мне открыть. Так, и бронекостюм, чё? Бля, только одна, да? Херование. Ну ладно. Так. А мне надо наверх? Или чё? Я не понимаю немножко, куда меня игра направляет.
по GPS иду. Забрал баллисту, теперь все. Просто идем дальше по миссии. И чё? А, понял, обойти просто. Просто обойти. А это что за книжка? Твердыня Рока. Что за твердыня Рока? Почему я до этого тебя не читал? А, типа наш корабль, просто описание нашего корабля. Твердыня Рока, космическая станция Стражи, служившая им операционной базой и штабом. Согласно результатам СР датирования, она была построена на корабле Донак. Об этом уже свидетельствует специальный анализ излучения, спускаемого снаряжения батареями Стражи. Основными источниками питания для подсистем каменные и металлические конструкции, вне всякого сомнения, проектировали аргента, но дизайн подсистем твердыни навигационного компьютера, центрифуги для искусственной гравитации, аппаратуры жизнеобеспечения, типичны для техники творцов, что указывает на сотрудничество двух народов в процессе разработки. Примечательно, что на станции отсутствует двигатель. За ненадобностью твердыня искажает пространство с помощью неизвестной технологии, расходующей энергию стражи. Ага. Судя по всему, творцы не устроили огромную твердыню для себя. Ее пропорции соответствуют анатомии аргента. Это позволяет предположить, что станция служила ночным стражем-флагманом. Сохранили свидетельство, что ночные стражи посещали множество обитаемых планет в своем секторе галактики. Об истинных размерах империи остается только догадываться. Вероятнее всего, твердыня лишь уцелевший осколок некогда великой флотации. Да. Так. Все? Мы все прочитали? Тут ничего не надо щелкать, ломать, использовать. А это что, типа... Использовать? Что использовать? Не понял. Изменить модификацию. Повернуть обзор. А тяжелая пушка. А, типа... В чем прикол? Бензопила. Бензопила как бензопила. Ну, я ничего не могу мне делать. Плазменное оружие. Сменить модификацию? Нет, он просто перещелкивает. Нет. Ну, типа я просто щелкаю. Это же ничего не меняет. Вроде бы. Ладно. Так, а это что? О, нифига, тут какая-то гитара? Гитара? Это, видимо, две гитары даже. А это... Ну, это вроде не гитара, но что-то похоже. А, игрушки. Мои игрушечки, которые я находил. Ха, прикольно. Но одной игрушки в этой коллекции не будет, потому что в самой первой зоне мы вроде бы ее просрали. Эту игрушку... А теперь туда попасть нельзя, только после того, когда я уже закончу игру. Вот. Ну, в принципе, насрать на нее. Так, мне надо подняться наверх. Да, мне же наверх надо. Или как? Ну, вообще, да. Типа... Да, я поднимаюсь наверх. Все окей. Я просто спустился вниз. Сейчас вот по лестнице тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И у меня вот с этой пушкой у них теперь одни снаряды. Блин, и так был дефицит, а теперь вдвойне будет. Шибис. Ну ладно, полетели на шарик, нажали, сейчас телепорт откроется. Уничтожьте кровавое супергнездо. Давай, вперед! Вперед! Все. Дом ждет. Кровавое супергнездо. Декранак мертв, и теперь жив остался лишь один жрец преисподней. Но покончить с ним будет не так просто, ведь его укрыла сама Кан-Созидательница. Желая земле скорой гибели, она сделала все, чтобы армия ада поглотила планету как можно быстрее. Из гнезда появляется все больше и больше демонов, и шансы на выживание тают с каждой секундой. Найдите и уничтожьте гнездо, пока не поздно. Все хорошо. Нам сказали, мы сделаем. Так, я предполагаю, уничтожьте кровавое супергнездо. Предполагаю, что тут... Карта будет, наверное, огромная. Ну, не сказал бы, что большая, но... Возможно, она расширится. Сохраните спокойствие. О, здорово. Только кажется тревожной. У нас да. Все под контролем. Я вижу, блин, что у вас тут все под контролем. Кровавое супергнездо находится рядом. О. Это место, где началось вторжение. Вега. Старейший оплот зла на этой планете. Силы комитета
не смогли отразить атаку демонов. Так, Вега, ты мне лучше скажи, блять. Вега, сука, как мне идти дальше? Можешь, да, просто, наверное, залезть. И что-то тут разбросаны одни ресурсы. Странно. Да, место стазада, боже. Ну, это, конечно, наверное, интересно, но ну, ладно. Возникающие на Земле метастазы ада привлекли внимание ученых Союза наций, которые подвергли их тщательному анализу. Подобно раковым эти метастазы размножаются с невероятной скоростью, с которой не может сравниться ни один известный науке живой организм. Их строение кажется хаотичным, порой даже противоречащим законам логики, но одно в них остается неизменным. Образование похожих на тотемы гнезд, которые реанизируются с помощью мощными электромагнитными частотами, способными создавать поле отрицательной энергии. Такие поля разрывают ткань пространства времени, образуя порталы, с помощью которых можно общаться между измерениями. Красота. На превьюшку Таша поставил. Да. Так, хорошо. Ух, теперь. Ой-о, тут вообще что-то все похерено, разрушено. Непонятно, куда идти. О, ну да. Это вот можно вот так вот, на самом деле. Да. Точнее, раз ресурс затрачу, мог бы из дробовика просто разбомбить. Так, сломал. Сломал, туда не надо. Мало ли секретка, но... Нет, тут край, в принципе. Уничтожьте пушки на его руках, тогда он лишится огнемета. А, я знаю, про кого они говорят. Сейчас он придет, блядь. Так вот, тык-тык-тык. Так, блин, они секретку... Короче, секретку зажали. Вот это бочка. Ну-ка, снайпер. Снайпа, я снайпа. Бля, стой, я снайпа. О, давай. Отлично. Ой-ой-ой, минус башка. Минус. Ой, минус рука, хотел сказать. Подожди, рука, блядь. Чё? Или я тебе уже руку сломал? А, наверное, сломал. О. Теперь я тебя полностью сломал. А, я что-то забыл. Бля. Потом возвращаться за всем этим дерьмом, сука. Сразу, как правило, не получается находить. Идешь в мясо. А, тут еще и закрыто. Ну ладно. Потом вернусь. А вон секретку еще вижу. Так, стоп, рука, раз, рука, два, лови гранату мою, а. Ой, нифига ты жиробасина. Сколько я в тебя всадил. Тебя распилим просто, и все, что палец. Ту-т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 у. Ой, что-то зачем я это сделал, не знаю. Так, ну секретки, закрыто тут все. О, подожди. О, ну можно и так. Да, ты тогда вообще шевелиться не будешь. О, так, стоп. Раз. Попался, и ты попался. Сейчас всех хп заберу. Блин, дробовик нужен. Да, дробовик. О, я, кажется, знаю, кто пришел. Я уже увидел, да. Брат Ревенант. Ой, бля, бля. Пиздец. Сейчас сдохну. Сейчас мы сдохнем. О, нет, не сдохнем. Тут есть хп. Хп — это хорошо. Давайте ко мне. О, еще ревенантик. Бац. А? Бля, кончилось. Ой, стоп, стой. О, не-не-не, не надо. Нет горючего вообще. Пиздос, меня сейчас убьют. А, ну горючее, кстати, было. Да, горючее — это хорошо, сейчас. Сейчас подождем. Да, броня, у меня яркая еще есть. Бочки ж, по-моему, мне теперь не сносят урон. Я, по-моему, что-то вкачал.
О! О, бля. О, бля. О, бля. Нифига. Взял тебе руку, просто расколбасил. Так, ой. Сломал шею. Сорян, бывает. Блин, какой я быстрый становлюсь, когда... Вот это такие вещи творю. О, давай, чё. Все. Эти вообще на самом деле изичные. Особенно когда с дробовиком ходишь. Так. Не, ну что ты уворачиваешься? Вот эта тварь, она постоянно уворачивается. Кстати, у меня же есть новое оружие. Че, парень? Сейчас я возьму новое, кстати, оружие. Подожди. Вот это, да? Угу. О. Бля, промазу, промазу, сука. Кстати, что-то она слабенько ударила. Что она еще не раскачана. Ну, этого ваншотного, но этот слабенький был. Сам по себе. О, все, убил, 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 убил. Кто там стреляет? А, сверху. Так, подожди. Вот эту вот херню бы взять как-нибудь. На-н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 а. Все. Ага. Здрасте. И чё ты вышел? И без тебя тут как бы нормально было. Чё ты вышел, я не понял. Блять. Я ж тебя ща... Я ж тебя ща разбомблю. Взял, что-то вышел такой, типа на понтах. Все, от понтов ничего не осталось. О, блин, вот этот вот эти тайники, это конечно не обязательно собирать, но, блин, я люблю все собирать, это прикольно, это интересно. Так, место стаза, часть 2, вот что я ждал. Так, давай. У зарослей есть несколько предопределенных качеств. В условиях нашей экосистемы они влияют на окружающее их пространство, делая их более благоприятным для своего существования и размножения их, что, по сути, можно считать органическим способом терраформирования. Получившая в результате такого процесса мини-экосистема враждебна по отношению ко всем остальным живым существам на Земле, что, в принципе, логично, что приводит к загрязнению воздуха токсина и многим другим опасным экологическим последствиям. Да, но... Известно, что заросли ускоряют появление демонов на Земле, однако до сих пор не ясно, как эти самые заросли появились, из-за чего сложились благоприятные для них условия. Многие считают, что ответ на этот вопрос помог бы беречь опасность на корню. Короче, разрабы придумали какое-то растение, но как из него появляются демоны, они не придумали, как это объяснить. Вот. Сослались все это. Ой, это останется тайной. Об этом никто никогда не узнает. И тут у вас секретик, наверное, да? Или... Нет, это не секретик, да? О, ты чё такой жирный? Такой, ой. Раз, два их. О, вот это я люблю. Так, можно вот это что-нибудь тут? Удаленный подрыв, но... Я не знаю, насколько это прям необходимая хрень. Но, чё бы нет. Отдай мне, сука. Очки претерилианца. Получили. Так, стоп. Теперь бы мне не запутаться. Так, снизу секрет. Там секрет, здесь секрет. Разбирайся в этих секретах, как хочешь. Ну тут нету никаких проходов, только вот здесь. Баратан! Ой, больно, да? О, нифига он. Бегать, что ты умеешь? Я же тебя убил, да? Делал что-то огнеметом стрелял. Так. Ой, бля. Как вот это было нежданчиком. Ну. Ну. О. Такой. О. О, минус башка, хорошо. О, кто-то еще был, да? Ну, мелочь пузатая, на нее даже патроны жалко тратить. Так, ну, вот этих я уж так не убью, конечно, да? Блин, ну, ладно, дробовик. Чисто дробаш, подожди. Такой, оп,
А, я разбомбил его. Найс. И бой, и бой, и бой, и бой. Я твой герой. Ой, блядь. Я думал, кто за мной это несется так. А, стоп. Угу. Что-то какой-то ты слабенький. Очень слабенький. Так, очки оружейника достигнуто. Достигнуто, достигнуто. О. Бац. Бац. Красивенько. Чётенько. Только на пятерку, но это давай на дробовик. Стандартный такой дедовский. Так. Мне бы на верхушку как-нибудь. Тут вообще что-то я запутался. Тут я забыл. Это я забыл. Локация такая, как бы... Она... Этаж! Чё, блять? А! Я забыл, что она это передвигается. Фу, напугал. Напугал, бля. Так. Мне вот теперь наверх, да? Мне же надо... О! О! Хорошо. Тотемы жестокости ускоряют, демоны придают им силу, ускоренные демоны будут появляться до тех пор, пока вы не уничтожите тотем. Пройдите к тотему, ударьте его, чтобы ослабить демонов. Ну, конечно. Так. Ой, да. Ой, тотемчик, где тотемчик? Подожди, где тотемчик? Туру-т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 уру. Вот это тотем где-то здесь? А, блять, вы че, уровните? Подожди. Ой, ой. А где тотем? Сказали ударить тотем, а тотема нет. Тут есть какая-то метка, но... Бля. А. Лол. Лол. Ага. Ага. Тотем жестокости. Типа, вот он. Такой красивый. Да, уже прочитали про него. Не хочу новое еще раз читать. Мы прочитали, что он это делает их сильными, блять. Не надо. Не надо грязи. Йоу. Йоу, бля, здорово. Братиш, я запутался, где вообще. О, монетка, монетка. Отдай монетку. Слышь, отдай монетку. Ай-яй-яй-яй-яй. Я монетку нашел. Ой, бля. Хорошо. Хорошо по тебе попал. Только меня все-таки куда-то телепортируют, телепортируют, и я запутался. Где именно я? Но секретов нет, это хорошо. Хотя, вон там что-то есть. Это я иду такой вот так. Смотри, я иду так, 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 так. А, нет, мне так идти не надо. Мне так не надо идти, мне надо... Мне надо вот сюда. А туда попасть я просто так не могу. Он почему-то тут взял, короче, свою лапу положил. Здорово. Что-то стоит, базарит. О, это тайник, я знаю. Тайники я знаю. Вот я до него, кстати, дошел. А открыть я его... Блять, я его не могу открыть. А. Ха. А в чем прикол? А, ключ. Желтый кровавый ключ. Подожди-ка. Наверху там забыл. Я тут какой-то ублюдский уровень, если честно. Мне не нравится. Как бы он компактный, да, но... Вот как? Вот это мне, допустим, взять. Не подрывать же ее, в конце концов, нет. От стенки я не вижу, как оторваться. Если только как-нибудь там. Ну, я что-то хз. Что-то непонятно. Это все очень странно. Ага.
Так, ну секрет какой-то нашел уже, я понял. Так, игрушка найдена, солдат, щит. Ха, прикол. Прикол, так. Как вот это, блядь, взять? Вот это как взять, вот это как взять? Это в конце концов как взять? У меня, я бы, если бы это все говно не собирал, конечно, у меня бы на один уровень стабильно уходило бы, может быть, ну, минут 30, не больше, я думаю. А так, это просто соберет, сожирает время. Нахрен. У меня серия уходит потом по час. Или может я так просто плохо играю? Такой вариант, чего бы и нет. Блин, ну вот как туда вот забрать? Он взял пасть, закрыл. Открывать не хочет. Просто не хочет. Этот спрятал. Тут вообще не пойми, что происходит. Какие-то джампы. Тут, тут нужен, короче, синий ключ. Я взял желтый ключ. Мне надо найти что-нибудь желтым ключом. Потом я там уже, где будет желтый ключ, я найду там синий ключ. Ага. Так, подожди, тогда, получается, мне надо на ту сторону, скорее всего. В принципе, мы туда и шли изначально. И как? Нет, 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 еще надо мной. Вопросик. Я, кстати, вот эту локацию помню. Я ее, по-моему, видел в трейлере. Вот, бля, я ее видел в трейлере. Вроде бы это была она. Найдена игрушка меха-зомби. Так, ну, одной проблемой меньше. Только теперь какая-то тут еще платформа. На одном уровне с этой платформой, которая... Подожди, которая должна... она вообще на той стороне. Типа, здесь я не достану. Ну, вообще, вон, может, я как-нибудь... Должен, но... да-да-да. Хрен там. Плавал. Не возьму я тебя. Я думал, вот по джампу, потом подымусь туда, вот такой тык-тык-тык, и у тебя достану. Но отсюда, конечно... Бля, нет. Не-не-не-не-не-не-не. Не хватает высоты. Они вот прям взяли. И поставили чуть ниже. Бля, чем бы... Но чуть выше, совсем чуть-чуть. Не... Не достает. К сожалению, не достает. Так, теперь бы мне бы разобраться, как мне. Да, что тут разбираться, я же сюда шел. Вот тут желтый ключ, да, кстати. Открывай. Земля, плавильный котел вселенной. Пиздануло. Уничтожьте турели. Да иди ты нахер. Подожди, дай тебя заберу. Вы выживаете при одном смертельном ударе, время недолго замедляется. Ну кстати. Вот это важная хрень. Угу. Чего бы и нет. Я ее заберу. Так. Ну, одну херню взяли, теперь бы только вот где фиолетовая зона, тайник, где типа куча мяса, мне бы это еще забрать. Было бы неплохо. Я вообще в другое место ухожу. Я понял. Ой, бля, опять ты. Ой. Уф, нифига себе, я прям двойной залп. Прям двойной. Стой. Ой, бля. О! Ломаем челюсть. Ой, еще один, сука.
Ты достал. Блять. Сколько вас тут? Много. А, хотел. Ой. Стой. Ой. Бензопила вообще решает. Решает бензопила 2. Х2, бля. Стой. Ой. Нет. О, так, чувак, дай. Отдай броню. Хотя бы броню, отдай. Все. Ботненько. Ну терпимо. Так. Давай разрежу. Там, по-моему, большой вылез, да? Ой, вот это вообще. Больно, наверное, да? Больно. Так, вообще можно модификацию. Подожди, я поменял модификацию? Нет, теперь поменял. Так, чё, ревенантик? Братик, ревенантик. Стоп, ой, опять ты, блядь. А. Прощай, лох. Я считерил, у меня есть читерское оружие. Ой, здорово. Снова ревенант. Взяли распидорас. Надо наверх. А, я тут не попаду наверх. Так, это. Подожди, блядь. Стой. Подожди. Не то оружие. Хотя, там патроны кончились, поэтому не то. Бля. А почему не сработал, блядь, этот ебучий прием, который спасает от смерти? Я же его прокачал. Сука. Очки лучше не 10. В смысле? Мыслечки лучше не 10. А чё так много? Ладно. Спасибо, что напомнили. А, и тут 3 ещё у меня. Демон и дочь находятся в замороженном состоянии. Но это последняя двойка. Поэтому давай последняя двойка. Всё, все двойки прокачаны. Так. Теперь арсенал. Мне, наверное, надо дробовик. Дробовик такой. Мастер же там остался только. А, нет. Скорость перемещения в режиме стрельбы очередями. С демона убитых модификаций стреляют очередями будут попадать. А, надо еще вот это. Подожди, не понял. А, что-то первый раз не зажималось. Быстрые ноги, так, а что? Убить 15 пинки модификаций для стрельбы очередями? Чё? Какие 15 пинки? Вы чё, дебилы? Ладно. Пинки так пинки, надо запомнить. А что здесь? Блин, кстати, тут же мало у меня вообще. Это прокачано. Скорость перемещения с точной стрельбой. Да. Да, чё бы нет. А вот здесь. На двойку есть что-нибудь? Не. А тут? Тут на двойку. Нет. Нет, да что такое? Ну а тут? Тут тоже нет. Бля, серьезно. На двойку ничего нет. Че все так плохо? Ни туда, ни сюда. Так, давай, подожди. Ой, там этот жиробас. Подожди, брат. Перестреливается. Очки Патриана 3 доступны лучше не 5. А. А, это старая была, видимо. Это, видимо, было старое, все. Ту-ту-ту. Ой, да, попал. Успел. А еще один! Сука! Ой, а на нижний. Этот попал, ну ладно. Можно и не там было стоять. Тогда я бы еще в первый раз выжил. Не, далеко. Далеко. Очень далеко. Подожди. Вот, один есть. Ой, блядь! Уйди отсюда!
Дебил, уйди отсюда! Тебя не звали! Ой, это машина какая-то. О, там еще кто-то. О, там их много. Так, подожди. Погодь. О, пришел. Здорово. Взял и пришел. О. И ушел. Как пришел, так и ушел. Так, блять. Как ты бесишь. Надо modification поменять, вот. Это мне больше нравится. Такой стреляешь. О, в глаз или в лоб, куда я попал. У него там все расплывчилось. О, это секрет, да? Ну, типа секрет, но я все себе восстанавливаю. Да. Это что такое? Какая-то хрень. Какая-то большая хрень. Бля, не попаду же ни по одному. Ну давайте, давайте. У меня криво есть. Я криво вас заморожу. Или вы не подниметесь? Не, они не поднимутся. Блять. Они поднялись, а я уже кинул. А, сверху еще. Пошел сверху. Так, стой. Бро! О, бро, вот этого братанчик, подожди. Давай, давай, бро. Ага, бля. Сука. Птичка. Опасно, было опасно. О, блин. А он умер? По-моему, умер. Просто его надо было добить. Значит, умер. Там кто-то просто упал сверху. Ой, череп. Что за череп? Натиск. А, это какой-то, наверное, берсик. О, бля, ну ладно. О, в смысле ракета на подходе. Еще реминант. Блять. Ты что, братиш? Предупреждать надо. Что у вас тут двое. Эй, все. Все. Бля, вот мы... Пиздец. Вот эта хрень, она вроде несложная. Вот эта ебучая шалава. Блять, жирная, большая. А, блять, еще парочку осталось. Еще парочку, сука. Ой. Больно, да? Больно, сука. А, получай. Мазила. Так. Ой, да. Ты один остался, я знаю. Я знаю, сука, что ты сильный. О, нет. Вот это не надо. Вот это не надо, блядь. Оп. Все. Ага, все. Два залпа временам с этой херни. И все, изи просто. У вас вообще можно вот так вот. О, еще ревенант. Бро. Ого. Так, нет. Я больше не буду с вами стоять. Он... Ой, что-то подлагало. Ну вас нахер, я лучше уйду. Блять! Стой нахер. Стой, тварь. Давай. Жри. Последний. Все, да? А откуда щит? Ага. А, понял. Все. Найс. Еще? Сука. Это было весело.
Да. Да-да-да-да-да, так, о, тут ключ нужен. Фиолка, луч. Но я его найти не могу, что-то... Тут вообще какой-то уебанский уровень. Так, вот тут что-то фиолетовым там все-таки... Какая-то есть часть. Можно туда пройти? Если можно, конечно. Ну что-то мне кажется, что нет. А, это вот оно как. А, ну, в принципе, да, я сюда изначально и шел. Ой, так, ладно, надо. Тут тайник. Хм. Ну, только толку от этого тайника. Я зайти не могу, один фиг. Первый ключ. Бац, в глаз. Чтобы добраться до сердца, нужны еще два ключа. Да ну нахер, а я бы не понял. Ищите. Ищите, спасибо. Ищите, блять. Как хотите, так и ищите. Ты мне лучше дай дополнительную жизнь. Как она? Ага, вот она. Сейчас заберу. Ой. Оу. Зря, конечно, спрыгнул. Я не слышу, что она там базарит, но мне насрать. Всякую хрень, наверное. Блин, я просрал жизнь. Надо было остаться. Я случайно упал. Так, ну. Призрак. Ой. Ну ты вообще лох. Ты лёх. Понял? Ты лёх. О, я теперь раз добил. Качает. О, вижу это. Тебя вижу. И тебя вижу. Так. Чё можно? Демоны чаще роняют броню. Ну и патроном, на самом деле. Вы можете перегреть ресурс, говорю, большего расстояния. Да. Не задумываясь, да. Отдай мне, сука. О. Бошку. И добиваю. О, еще вниз? Ты чё? Да ты что творишь? Куда глубже? Я еще здесь не доходил. А. Окей. Окей. Туда нельзя попасть. Заблокирован. Ну, значит, спускаемся. Значит, спустимся. Такое. Главное же не умереть. Это сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Гнездо можно уничтожить, включив генератор. Угу. О, блин, точно таким же надо еще этих убивать. Получите доступ. Ща получим. Ой. Там что-то больно было. Все. О, тут много, кстати, хочу ходить. Так. Стой. Бля. Так, стоп. Тап, кровавое супергнездо. Прикольно, файл, что-то совершенно. Начало что-то. Соединение об операции Лок. Реагирую на поступившее сегодня вторжение сектант Фок на территории реактора Лок. Разведгруппы Гамма и реактор совершил попытку проникнуть в реактор для оценки ситуации. Согласно последнему полученному соглашению от членов группы, было зафиксировано массовое демоническое внедрение, которое было осуществлено через межпространственные врата, также известные как адские порталы. Экстренное собрание глобального совета подтвердило необходимость срочного привлечения комитета для решения ситуации с реактором Лок. Объединенная ударная группа коалиции включала в себя 4 подразделения роботизированных войск США, флотилию огневой поддержки сухопутных войск
Чё, паневропейские? Та-та-та, 27 ударных вертолетов, ой-ой-ой-ой-ой, батальона ударных войск НАТО-2, подразделение агрофтанков европейских ВВС, а также спецподразделение коалиции общим количеством 18 тысяч единиц. Первая бомбардировка была без промедления встречена контратакой со стороны войск. Вторжение вражеские боевые единицы ДП-013G, известные как Гаргули, в количестве около 8 тысяч атаковали флот коалиции, что привело к полному уничтожению 32 судов и 78 оставшихся военных морских сил. Неподтвержденные суда были вынуждены наступить на расстояние около 32 миль от береговой линии. Они ликвидировали риск попадания со стороны Гаргули, но при этом давало возможность продолжение бомбардировки. Лишившись поддержки флота, подразделения боевых роботов совместно с группой ударных вертолетов «Апач» приняли решение совершить залп по силам врага с опасно близкого расстояния. В то время как ударные войска и войска особого назначения пытались проникнуть в реактор, несколько отрядов успешно справились с этой задачей. На территории реактора демоническим силам было установлено АП-136 килограмм, также известно как кровавое супергнездо. Подробные гнезда и прежде были не единожды обнаружены в местах вторжения, однако это оказалось самым большим за всю историю наблюдений, из-за чего используется наименование приставка «супер», так как оно было создано вокруг самой активной зоны реактора. Вместо расположения гнезда установлено множество модулей опознавания, из чего можно сделать вывод, что наши повреждения устройства активно используются с демонами для создания биоорганических межпространственных ворот. На момент написания данного отчета является 500-м демонического вторжения. В случае невозможности уничтожения размежпространственной установки... Да, все, слишком много. Чего-то слишком много, блять, они всякого говна понапихали сюда. У меня тут месиво. О, очки ружейник. Прикольно. Приколь. Так, что у меня тут? Да, вопросик. Надо прочитать, надо... Ой, прочитать, надо забрать. О, красный ключ. Красный ключ. Там вроде только на верхушке синий был. А, кстати, что такое? Это... лол. Это, видимо, какая-то ракетная... Установка 2.0. Еще лучше, чем моя. Я понял, куда мне идти, подожди. Тут еще что-то, там что-то еще. Ой, блядь, ты достал. Успокойся уже, а. Ой-ой-ой, ебанешься. О, я тебя разрезал. Прикольно. Прикольно, прикольно. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. А где вы стреляете? Там челик? А это челик, блядь? Подожди. Не пугай. А, это костюм. А дай костюм. Изолирующий костюм защищает игрока от ядовитой воды в слизи и теряет прочность со временем. Его можно починить от скафпута восстановления изолирующего костюма или даже целый новый костюм. Понял. Изолирующий костюм. Прикольно. Ой. Подожди. Ой, больно, да? Ух, надо было просто притянуться. И все. И все, так, вот это... Нет, это не могу забрать. Где моя фуловая? Так. Теперь мне... О, подо мной тайник какой-то. Блин, не хочется этот костюм тратить. Потому что вдруг я тут буду долго ходить. О, это он так быстро потратился? Мне показалось странно. Так, о, а кто это стреляет? А это этот стреляешь, тварь. Так, слушай, тут тайников никаких там нет, да, или есть? Блять, сейчас буду стрелять опять. Ну так, да, тайник забрал. Батарея стражи, это на корабле. Это я запомнил. Понял, принял, подожди. Сразу звуки сталкера пошли. Ой, огонь. Как взять тайник? Как это работает? Почем? Куда? Зачем? Не, я чуть-чуть похожу, конечно. Так, чуть-чуть. Осмотреть детально.
Но что-то... Я не думаю, что меня это к чему-то приведет. Ага. Оно даже здоровье не успело сняться, хотя несколько метров прошелся. Блять! Так, а там нет. А может быть... Подожди. Ты же неспроста же здесь. Да, 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 он неспроста. Короче, ща мы такие, как этот, я не знаю, как в голливудских фильмах делают. Всякие Джейсон и Стэтхэм, и мы такие, оп. Ха. Все, сейчас еще раз сделаем. Давай. Уже поздно, но сейчас. Сейчас, сейчас будет. Во. Четко. Не бойтесь. Когда ваша душа будет поглощена, страх покинет вас. Да пошла ты нахер. Не надо мне такого счастья. Ты лучше мне скажи, где вы, блядь. А, я вижу, где вы, блядь. Объединенная аэрокосмическая корпорация устраняет. Ага. Так, а тайник-то я не взял. Что-то там болтает. Я не знаю, мне есть смысл прыгать. Мне нужен тайник. Наверное, надо спрыгнуть, потому что ну тут уже. Не бойтесь. Да, она. Душа будет поглощена. Она опять то же самое повторяет. Так тут ничего. Ой, блядь. Ой, блядь. Что это такое? О. Опа-на. Подожди, это. А, я думал, это я у... Другой. А, нет. Или да. Это тот проход, про который я подумал, или это совсем другой? Давай заберу, ладно. Забираем. Так, чё, секретный... Блин! Всё. Эй. И где еще? А кто еще? А, да вы че, блять, вы че ебанулись? Вы че? Короче, взяли и не сказали, что снизу кто-то есть. При этом, ну, секретная стычка активирована. А, и у меня еще этого ничего нет. Вот как я сейчас буду драться, а? Есть только криогранаты резко. Так, вот это, давай, вот это не надо, понял, да? Вот это вот не надо, сука! Да. Да, заебись. Толку-то? Ага, четко. Как мне надо успеть? Вот как? Такой бред, блять. Я просто в шоке с этой ебливой дополнительной миссии. Фу, все. Все спокойно, все. Все живы, все здоровы, все в норме. Так, теперь бы мне сообразить, что мне делать дальше. Ага. Так, он тут хп не отбирает. Хорошо, что игра... Нет, тупая, понимать, что я не стою на лаве. Мне будет тебя забрать, только я, кажется, не понимаю, как тебе это сделать. Ну, кстати, вот от этого телепорта тут, типа, разницы нет. Хотя вот если это на эту стенку можно забраться... Это... Ой, бля, ну...
На стенку забираемся, а дальше что? Так, а тут что? О. Вау. Теперь красный ключ. Доступ в центральный зал. Так, стоп. Центральный зал, а это? О. О, на один секрет. Ебой. Так, очки надо та-та-та-та-та и бронекостюм. А, их два. Два очка, не. Два очка это говно. Мне надо тогда арсенал. Зайти в тебя. При максимальной зарядке модификатор не спускает волны. Задержка открытия огня, термоудар уменьшен на 25%. Ну, давай, ладно. И опять у меня два помойных очка, которые никуда не вставить. Заебенно. Ой, бля, стой. Подожди. Я знаю, тебе надо вот так вот убить, короче. А. Я знаю, но... Патронов-то нет. Патронов, сука, нет! Иди нахер. Мне нужна, модификация. Надо тебя убить. Так, как мне сказала игра. Блять, где я достану патроны? Охерительно. Охерительно. Так, ну тут все взял. Это радует. Все уровни прочищены. Обследованы. О, здорово. Уай, пулемет взял. А ты упадешь ко мне? А, это пулемет только все-таки. Ни хрена нет. Ни хрена нет. Подожди, вообще ни хрена нет. Не будешь что делать, конечно. Ну, давай, пулемет. О, ни хрена. Пулемет это вещь. Только ты там один остался, да? Братишка остался там один. Я его не вижу, кстати. Сука. Как к тебе попасть, братик? Братик. Ты там застрял. Я тебя не добил. Мне теперь будут говорить, что я тебя не добил. Последний кубик он не заполненный. В зеленой зоне. А. Да ладно, все-таки я тебя добил как-то. Либо ты сам умер. Окей. Так, красная зона, давай. Остановить питание. Генератор в режиме консервации. Он будет запущен на полную мощность при ручной подаче команд с двух терминалов. Понял. Открываю первый за дверью слева. Первый за дверью слева? Вот это типа? Ну, давай. Открывай. Бак. Ой, что это такое страшное? А, это то сердце вонючее, фу. Энергоснабжение наполовину восстановлено. Теперь вам необходимо активировать второй терминал, чтобы уничтожить гнездо. Блин, можно было бы тебя так взорвать? Было бы куда эффективнее. Я не могу открыть дверь, за которой второй терминал. Поищите обходной путь. Еще бы, всегда все идет не по плану. Так. Обходной путь, говоришь? А вот чем это тебе не обходной путь? Ой, стой. Блять. Не, ну пиздос, но у меня нет ничего. О, ну да, да, да. О! О! О, хорошо. Пулемет спас мне. Жесть. Чуть не убил. Он меня чуть не убил. Вы спрашиваете, что мы можем сделать для вас. Спрашивайте, что вы можете сделать для нас. Окей. Окей, так это что, автокарта получена? Зачем, когда у меня все открыто? А, не-не-не. Нихрена тут. Блять, а...
Куда пропала верхушка? Я наверху-то не все обследовал. Убегайте от наших альтернативно живых гостей. Покажите им наше гостеприимство. Базарит, да базарит, ассистентка, ты достала. Ой, я видел. Охеренная подмога от игры. Короче, ты потратишь броню, но ты тем временем и возьмешь броню, и ничего не изменится. Да, о, упал туда. Ой. Ой. Хорошо. А если тебя вот так толкнуть? А, тебе похер на электричество. Сука. Читерская тварь. Ой. Так, погоди, погоди. А, камера, камера. А, камера, понял. Камера, она там. Ой, бля. Ой, бля. Боль хп, а 10 хп. Спрашивайте, что вы можете сделать для нас. Сука. 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 О, май гад. О, май гад. Все хорошо. Все, среагировали нормально. Ой. Ну ты это. Ну ты понял, ты аккуратнее со мной. А то я дикий страшный. Убиваю только так всех. О. Череп. Черепушку, чё? Она ж что-то открыла мне, да? Да, открыла. Подожди. Нет, не подожди, я еще не, я тут не все забрал. Я так просто отсюда не уйду. Так, что у нас тут есть? Боевой дробовик, что вообще? А, я уж все же прокачал. А. А это что? О, быстро сжигает крупные цели, быстро расходует боезапас. И давай тебе. Ты очень красивая. Модификация. Все, сломали тебя. Это по праву мое. Только у меня припасов нет. Прикольно. Все, уходим. О, мы на верхушке. Так. Ну, мы не весь обследовали низ. Но тут, короче, тут прям вообще еще до хрена. Рядом тотем жестокости. А. Угу. Спасибо, это так вовремя, сука. Где он? Где ваш тотем жестокости? Оу. 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 Да, только здесь патроны. Подожди, а где тотем? О, я жизнь нашел. А, блять! Я жизнь нашел, дебил! Все. Дополнительно. А, давайте падайте сюда, пацаны. Вам там будет вообще приятно. А тут вообще тут. Тут жарко. Тут больно. Ой, тут прикольно. Да, тут прикольно все. Подожди, я там что-то видел. Или мне показалось. Тут же больше ничего нет. Нету. Ну все. Ничего нету, можем лететь. Ой, ебаный. Да, поднимается такой. Поднимается, поднимается. Ага. Все, падай. Сука, где тотем? Тварь, блядь. Прячут его как-то. Потом хрен найдешь. Ой. Так, а где? Давай, бензопила есть. Ой, братан! Стой, я его подорвал, да? А, нет. А вот теперь да. Все, 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 все. Все готовы. Так. Так, туда не надо. Подожди, а. Мне это ничего не дает? Этот джампик. Походу нет. А, так, ну нет, хотя там секретка какая-то есть. А где она? Подожди. Еще раз. Джампик можно еще раз? Подожди. Джампик. А, я здесь.
Я здесь эту секретку не вижу. Так, ну отсюда я пришел. А секретка где-то справа, за стеной. Может, что-то как-то тут нелогично расположено это все дело. Ой, бля, больно. А, высоко, высоко, наверное. Высоко, высоко, высоко. О, нет. Нормально. Все нормально. Мы немножко сломали механику, но все нормально. Так, вот это. О, монетка. Монетка. Монетка, люблю монетку. Ты че, блядь, пугаешь своими звуками. Так, так, у меня три. У меня три, что это? Быстро перезаряжается после выстрела. Гранат постреляет, а вызывает второй, более обширный взрыв, который... А, не наносит урон, но дезинтегрирует демонов. Ну, хрен знает. Демоны дольше находятся... Не. Быстро перезаряжается... Не. Ну, давай, ладно. Ладно. Уговорил. Уговорил, все, я понял. Так, только... Я уже отписал час где-то 10. А, локация не думает заканчиваться, и меня это пугает. Я не хочу, чтобы у меня серия была на 1.5 часа. Сука. Как всегда у меня так всегда. Только со мной. Блин, я еще и туплю, не могу понять, как тут залазить, хотя вроде понял. Вроде бы понял, только у меня это немножко шаткое положение. Дел так, блять, скажем. Мне надо. А, на стенку. Все. Все понял. Так. О, Аркадий, сдавайте кровь сегодня, чтобы лучше жить завтра. Блять, опять ты. Опять ты, сука. Это ломаю, что у нас. И выходим как-то так. Забираем тебя. Ну, кстати, вот это бы. Я бы вот это прокачал. Да. Чё бы и нет. Все забрали. Ух, так, стену ломаем. О, вот, вот ты мне нужен, кстати. У меня как раз нужная стрельба. Стой, стой, бля. Кончилось. Все, опять кончилось. Подожди. Подожди, блядь. Да подожди ты, тварь. О, один из 15. Прям под самый последний патрончик. Жарю. Все. Отжарил. Так, слышь, теперь он еще там секретка есть. Я должен ее забрать. Обязан. Или не смогу. Ага, тут завалено. Так к ней не пройти. По стенке никак. Это, видимо, только изнутри. Так, тут нет. А это ключ. А, это мне надо с этой стороны. То есть сейчас, подожди, вот это вот забираю. Тут как-нибудь надо это сейчас не тупить. Вот это еще раз забираю, да. 71. И... О, да. Я что-то открыл. А, это наверху все. Все. Это вот где-то вот здесь. Где-то здесь. Скажи же, что здесь. Откройте новые горизонты. Обзаведитесь новыми друзьями. А, да, это здесь. Я немножко убежал вперед. А так все оно здесь. Оу. Оу. Забавно. А как тут быть? Ну ладно. Тут просто. Блять, просто спрыгну, но хотя. Я бы
А, меня заспамнили снова в начале. Бля, стой! Стой, во. Мне это надо было. А. Ага. Это на тот случай, наверное, если бы у меня не было... Кола? Ну вот это зеленый. А, это для монетки, все. Я думаю, это на тот случай, если бы у меня не было бы костюма вот этого вот, который меня от кислоты спасает. Очки, одно очко. Это мало. Ну тут, кстати, тайнику все. Нет. Подожди, оп. А в чем смысл этой стены? Ха. Но если только так, то ладно. Хотя меня вывели от тому, к чему я пришел. А, нет, это другая комната совсем. Так, слышь. Слышь, подожди. Вот это не надо. Не надо, не надо. Блядь. О, нифига, я тебя потрепал. Прям от души. О, так, вот тут синий ключ, да, будет? Да, все правильно. Синий кровавый ключ. Синий кровавый ключ. И все, в принципе, тут забрали. Так, ну еще один вопросик появился. Ну, нам по пути он. Так, подожди. Ой, не то, не то, не то нажал. Это подо мной. Это подо мной. Так, погоди. Или. Нет, 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 нет. Стой, а как тебя взять? А-а-а, наверное, надо было просто там упасть, с той стороны, или... Хотя, мне кажется, может, это бы ничего бы и не дало. Так, стоп. Ну, с вами по-любому надо драться. О, очки оружейника. Ой, блядь! Ты чё, дебил? Ревенант, ну кто так делает? Не по-пацански это. Это вообще по-пидорски называется. О. Оп. Оп. Всё. А чё мне надо назад? Назад? Мне же назад надо вообще, по сути. Да, да. Да, да, да. А как мне вот эту хрень взять? Они же меня сейчас вообще уведут глубоко вперед, я уже не вернусь. А, ну ладно, я другой секрет нашел. На один альбом. Love it on us war 3D. Не, они меня вообще в жопу уводят. Они у меня уводят от моей цели, от моего вопроса. Подожди, мне надо с ним разобраться. Если, конечно, можно разобраться. Да, блядь, да ты стал, сука. Вперед спамнится и бьет меня еще. Угу. А, наверх никак, да? О, сучку. Я-то думал, может, как-нибудь наверх. Не. Это... А, я сейчас умру, я понял. Нет, не умру. Пока поживу. Но я потом сюда вернусь. Наверное. Или... Да нет, я сейчас туда по-любому не попаду. Это инфосотка. Только потом тогда. Так. Вот ключ. Да, и сейчас я смогу забрать свою жизнь. Я помню, она где-то... А, вот она. Бля. Надо было... Видимо, просто вперед пропрыгнуть разок. Давай еще раз. Просто такой...
А, чё? Чё? Чё, простите? Я не понял. А почему? А почему меня? Там была какая-то невидимая стена, которая меня просто не стала пускать дальше. Блять, а сейчас просто взял и не долетел. Что за дела? Блять, ну чё? Блять, а ну опять вот эта невидимая стена. Чё, блин? Как у меня не получается делать все правильно? Чё это за дичь полная? Дум, ты чё, блядь, творишь над моей психикой? Сука. Чё это за хрень? Вот как, блядь? Как? Как? Я не могу взять, я стою на этой хрени. Он просто не идет вперед. Короче, я не знаю, тут игра ебланит, видимо, она не думала, что именно так я захочу брать эту ебаную жизнь, а по-другому я не знаю, как ее взять, вообще ума не приложу, может как-то тут все гораздо проще это делается, но такое впечатление, что тут как будто создается невидимая стена, которая просто берет и не впускает меня, нахер, я раз 20 так пропрыгнул, наверное, больше не горю желанием пытаться. Это просто бред какой-то. Так, ну а тем не менее, что из важного я пропустил? Я пропустил тебя. Да я много чего пропустил. И уровень не думает вообще заканчиваться. Скорее всего, я его поделю на две части. Не люблю это делать. Потому что как бы... За такой-то уровень полуторачасовой... Собирается, допустим, что-нибудь интересное. Когда ты это интересное делишь на две части, это интересно уже не такое интересное. Что бы ни получалось. Что, да. Ой, блядь. Надо бы тебе другим убить. Что-то я тупанул. Я тебя не увидел, ну ладно. Я думаю, это кто-то другой. Да, тайник, секрет, ключ. Тебя забрал, все забрал. А туда не могу попасть. Ага. Так, ну у меня еще один секрет вон в какой-то трубе, блядь. Вообще непонятно. Одна дополнительная жизнь, потом здесь, здесь. Ну а так в принципе, вся локация она пройдена. Во, она пройдена. В теории я мог бы уже закончить эту локацию. Да, но мне так просто не дадут это сделать. У меня тут фан-клуб, короче, да. Нашего главного героя, сука. Хватит. О, четко. Доступно открыто быстрое перемещение. Да. Час 20 где-то, как примерно предыдущая миссия ушла. Видимо, такое минимальное прохождение вот этих всех загадок, секретов. Уходит. Может уйти времени. Да, но... Адский барьер открыт. Этот вентиляционный люк приведет вас прямиком к терминалу. Ага, ну, слушай, Вега, я бы пошел. Но у меня тут еще есть парочку дел. Опа-на, кажется, я нашел этот секретик. Бесконечные боеприпасы, чит-код. Прикольно, но... Но мне он не нужен, да, и у меня тут... Вот эта комнатка осталась, я бы прям... Сейчас в нее сходил...
Блин, это опять уйдет много времени сейчас на все это говно. О, да, я еще подняться не могу. Угу. Ну, ключик у меня есть, я прям сейчас его открою, давай. Вставляй, палач. Нас зовут, по-моему, Doom Slayer или палач Рока, я вот до сих пор не могу определиться. Где-то пишет Doom Slayer. Где-то палач Рок. Не знаю, почему я прям сейчас про это вспомнил, но ладно. Справились с этим. Так, и я забрал ключ. Небесный ключ получен. Аллилуйя. Смотрим на карту, что я еще не взял. Я еще такую же херню не выполнил одну. Блять. Еще вопросы. Да, короче, последний вот шарик я еще нашел. Сейчас его выполню, чтобы у меня было 9 из 10. И чё, кого? Чего, блядь? Сука, еще двое. Вы чё, угораете? Сука. Ай, бля, зашибись. А, успел, нет? Бля, нет, не успел. Да почему? Он добивание не засчитал. Я долго на оружие перещелкивался. Последнюю секунду, блять. Фух. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не надо больше так делать. Ой, так. И в принципе, локация на самом деле пройдена, если бы вот не вот это вот ебучее говно, которое вот здесь осталось и вот здесь. А, тут еще что-то есть. Нашел секрет, который даже на карте как не секрет. А другой секрет подобрать не могу, потому что вот непонятно как. На этой хрени прыгать в жопу. В жопу, короче, эти, блин, вопросы. В жопу вот это, я не знаю, как туда попасть. Не могу забрать свою ебаную жизнь. Не могу взять этот секрет, но зато я взял секрет, который был не отмечен на карте. Это вообще гениально просто. И уровень еще не закончился, я вас понял. Но, видимо, сейчас закончится, да? Нет? А сейчас? Сейчас-то закончится? Или, блин, они еще босса мне, может, финального дадут на уровень?
для полного счастья, да? А, не, мы взорвем, просто. Мы просто это говно взорвем. Генератор на полной мощности. Перезагрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Давай, хватит уже тянуть кота за яйца. Просто взрывай! Взрывай! Взрывай, 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 взрывай! Нижний генератор, взрывай! Сердце, это ебано, но е, бац, 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 все. Аллилуйя. Генератор перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. А, еще, наверное, попру, да? Орда будет, полюбас. Внимание, основной генератор перегружен. Да, уже. Я вижу. Основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному. Я не смотрю назад. Мы крутые парни, никогда не смотрят назад. Ага. Я просто пройду. Я уже достаточно наубивался, знаешь ли, в этой конченной миссии. Все, заберу только броню свою и пойду. Начат процесс самоликвидации. Я бы не смог с вами банально всеми драться, потому что тут таймер. Ага. 90 секунд. Так, все. Так, сюда. Бежим, бежим. Уф. Все. Конец миссии. О, боже. Все. О, кто-то выпал. А что это такое? Что-то выпало? Изнутри. Как будто это какая-то ткань. Или у меня уже клюки? Ладно, миссия кончилась, все. Сражение, испытание, идите в жопу. Два исследования тоже, идите вы в жопу. Основное все забрал. Срать я хотел. Это было, блядь, долго. 1.5 часа, сука. И ненавижу это. Ненавижу просто такие долгие миссии. Последнего жреца неизвестно. Да что ты говоришь? Сражение демонов невозможно остановить, пока не уничтожен жрец и его страж. Да. Все, договорил? Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайденом. Я настрою портал на потом. Командный пост комитета. Доктор Хайден. Потом. А сейчас мы заканчиваем серию. Она вышла большой. В следующем выпуске продолжим. Что-нибудь здесь откроем. У меня тут есть вопросики. Тоси-боси. Вот так вот. Тогда, надеюсь, вам понравилось. Если так, то, как обычно, от меня лишь одно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну и оставлять свои комментарии. Ну и до следующей серии. Всем пока.